Певица Ханна попала в больницу. Красотке пришлось в экстренном порядке отменять запланированные мероприятия и даже перенести дату прямого эфира на телеканале РУ-ТВ. Сейчас Ханна уже дома, у звезды строгий постельный режим. Артистка порвала связки на ноге и сейчас проходит этап восстановления, о чем на днях сообщила подписчикам в Инстаграм. Как долго продлится домашнее заключение, Ханна пока не знает. Но зато сейчас у певицы есть время насладиться совместными моментами, проведенными с мужем.